Здравствуйте, с вами CSN, уютные и любимые. На последнем турнире по CSGO произошел неприятный инцидент. Наш корреспондент Алексей находится на месте других событий. Алексей? Да, на турнире по CSGO у чемпионов прямо в руках буквально расклеился кубок. Что это может вообще значить? Возможно, это уже будет психологический спад у команды. Мы не знаем, что расследование. Больше вопросов, нежели ответов. Что не пошло у других команд, что не склеилось, непонятно. А есть какие-то официальные заявления по поводу инцидента? Мы нашли контракт с компанией-изготовителем этого кубка, но, к сожалению, во время чтения этого контракта подпись отвалилась. Алексей, разбавьте-ка атмосферу. Заходит как-то немец, порнозвезда и Нави в бар. И тут... к сожалению, у нас какие-то небольшие проблемы со звуком. Это был CSN, уютные и любимые. Прекрасно. Уютные и любимые. Кто это написал? Уютные и любимые. Что это за хуйня? Как это за уже? Когда это все закончится? Водой обливают, в театре снимают. Что только не делали, шарик не пихали. Что вы еще придумаете, мать вашу? Я сюда пришел. Я пришел работать комментатором, а не сниматься в этой.